Мария, поздравляем вас, здравствуйте. Народ аплодирует вам, миллионный пассажир. Юбилейному пассажиру о том, что он стал героем дня, сообщили об этом только на стойке регистрации. Самый маленький, семьи Калуцковых, двухлетний Матвей, и без того ошарашенный шумным аэропортом, говорить не рискнул. Его мама Мария об Анапе только с любовью. Первый раз в Анапе? Нет, в детстве были, в далеком детстве еще детстве. Были. Да. Как вы отдохнули, понравилось вам? Понравилось, но, к сожалению, мало. 8 дней – это слишком 8. Мало. А куда сейчас летите? В Москву, а потом в Иваново. Вернетесь еще в Анапу? Обязательно. Улетать из Анапы не хочется, так ведь вместе с букетом цветов и сертификатом миллионного пассажира семья Калуцковых получила от руководства Базелайера бесплатный билет на перелет рейсом авиакомпании S7 из Москвы в Анапу в любой момент, как только они это пожелают сделать. Ты даже такого не подозревал, что такое может быть? Вообще не думал. Скажи о своих впечатлениях, как тебе город наш? Ну, понравился, очень хорошо. Жители Иваново, как почетных гостей, провели на посадку через VIP-зал, где маленький Матвей первым делом распаковал восхитительные подарки. Ждут семью и в Иваново, где ивановская газета «Городок» готова рассказать о летних впечатлениях и жизни курортной Анапы. Международный аэропорт Анапа обслуживает рейсы 18 авиакомпаний по 34 внутрироссийским направлениям. Пропускная способность терминала составляет 400 пассажиров в час. Руководитель проекта Евгений Пикулев показал журналистам, какими темпами идет строительство, и рассказал об особенностях нового аэровокзального комплекса. Планируем завершить строительно-монтажные работы до конца этого года. Вот. Зимой хорошенечко на нем потренируемся, чтобы к летнему сезону 2017, соответственно, все пассажиры уже проходили через здесь. Ну и сегодня встретили миллионного. Будем надеяться, что в этом терминале скоро встретим двухмиллионного и так далее. То есть, в принципе, он рассчитан на довольно большое увеличение. А с учетом того, что есть возможность, как вы видите, соединить старый и новый. Соответственно, возможности аэропорта в этом случае увеличиваются. Сегодня готовность нового терминала международного аэропорта Анапа составляет 60%. На объекте ежедневно работают более 250 специалистов подрядных организаций. Участвуют в реализации проекта и иностранные специалисты. Компании Базелайера акционерами являются в том числе иностранцы, сингапурская компания. Они участвуют в проекте, поэтому подбрасывают нам определенные решения. У нового терминала, конечно, не будет теннисного корта и бассейна, как у сингапурского аэропорта. Но, по словам руководителя проекта, свои анапские особенности будут. Например, очень уютная летняя зеленая зона. И во всем просторы, удобства и красота. Мы с вами сейчас находимся вот здесь. Соответственно, стойки регистрации, багажное отделение. Пассажиры будут идти вот так вот мимо зала регистрации, предполетный досмотр. Здесь будет, собственно, зал ожидания находиться. Напомним, что подготовка строительной площадки под новый терминал началась в январе 2016-го. Торжественная закладка первого камня 1 марта. Площадь нового аэровокзального комплекса составит почти 12 тысяч квадратных метров. Сейчас 5 тысяч. Пропускная способность будет 600 пассажиров в час. Сумма инвестиций компании Базелайера в проект составит около 1,5 миллиарда рублей.